начни ерничать. Это первое. Понятно? Вы что это? Представиться. Вы кто такой? Фамилия, имя, отчество. Вы кто? Хватит, не хватит. Хватит, Вадим. Вы слышите меня? Ну хватит. Нет? Да что не хватит? Я не хочу с вами разговаривать. Тогда вы зачем встреваете? Закройте двери, перепаркуйте автомобиль. Я что, не имею права? Я что, не гражданин Российской Федерации? Подождите. Я не гражданин Российской Федерации. Вы нарушитель. Вы сейчас нарушитель. Я нарушитель. Вы сейчас нарушитель. Чем я нарушил? Вы говорите, сломалось, да? Да, я объясню. Я говорю, это брехня. Значит, следующий момент. Транспортная, вот я про что и говорю, понимаете? Я про что и говорю. Я вас всех приветствую. Сюжет такой очень интересный. Я думаю, вам понравится. Честно говоря, у меня после этого сюжета, вообще после этой ситуации, неоднозначное вообще мнение. И по поводу, как я себя вел, как вел себя инспектор, точнее, вот оба инспектора. Ну, я, конечно, агрессивничал, вопросов никаких, но агрессию мою вызвало именно их поведение, их нежелание признать, что это правонарушение, и вообще, как они исполняли свои должностные обязанности. Точнее, федеральный закон о полиции, что сразу же он не представился, свою фамилию, имя, отчество не назвал. То есть меня это все это очень сильно взбесило. Я всегда в себя держу в руках, и здесь осознанно моя агрессия была. Показать недовольство граждан, мое, в частности, на эту ситуацию. Ну, судить, конечно, вам. И еще раз извиняюсь за это поведение. Сам считаю и сам думаю, что поагрессивничал. Может быть, не напрасно, может быть, напрасно, не знаю. Повел себя так, как повел. И, в принципе, и впредь буду себя вести именно таким образом, если буду себе позволять сотрудники полиции ерничать, вести, так скажем, неподобающим образом. До новых встреч. Ведите себя всегда культурно. Никогда не переходите на личность. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему нарушаем? Почему нарушаем? Ну, автобусная остановка. Перед автобусной остановкой. В смысле? 15 метров зона действия, верно? Значит, нарушение есть. А давно стоите? Нет, недавно. Это как? Сколько примерно по времени? Не считал. 5 минут, 10. Вы что от меня хотели? Я вам задаю вопрос. Можете ответить на него? А вы кто такой, чтобы мне вопрос задать? Я вам задал вопрос. Вы кто такой, чтобы мне задавать вопрос? Гражданин Российской Федерации. Ну, дальше что? Я вам что, обязан? Я вам обязан отвечать на ваш вопрос? Нет, не обязан я вам отвечать на ваш вопрос. Значит, вы мне врете, что вы недавно... Я вам вообще не вру. Как не врете? Понятие давно, недавно, растяжимое. Какое? Ваше понятие это какое? А в вашем какое? Это 5 минут недавно, 10 минут максимум. Не знаю, это у вас час. Это у вас так. В вашем это час. Это у вас так, понятно. Я задаю вопрос. Да вы не имею какое право, мне вопрос. Обычная, гражданин. Я на работу нахожу, у нас есть пресс-служба, там на вопросы отвечаю. Замечательно, да, вы мне врете. Я вам не вру. Спокойно. Спокойно. Вопросы какие ко мне? Устраните нарушение, и за данное нарушение будете привлечены. Одеть остановки. Это первое. Второе, вы мне врете, объясню. Я здесь час назад проезжал в ту сторону. Ну и что дальше? Начни ерничать. Это первое. Понятно? Вы что это? Представиться. Вы кто такой? Фамилия, имя, отчество. Вы кто такой? Фамилия, ваше, имя, отчество. Имя, отчество. Вы мне назовите, кто вы такой, что у меня спрашивают. Фамилия. Ваша обязанность представиться мне. Вы знаете? Знаю. Федеральный закон о полиции. Знаю. Статья 5, пункт 5. Я к вам обращался. Вы ко мне обратились. Вы представьтесь ко мне. Вы представьтесь мне, вы обращаетесь ко мне. Молчите. По какому поводу? Сейчас молчите. Вы мне указывать будете, молчать или нет? Значит, слушайте, нет, вы раз мне вы указывать не будете. Некомпетентны. Статья 5, Вадим, пункт 5. Вадим, ну хватит. Статья 5, хватит, подождите. Хватит, Вадим. Статья 5, ну, пункт 5. Ну, не хватит, не хватит. Хватит, Вадим. Вы слышите ну, меня? Хватит. Нет? Что не хватит? Я не хочу с вами разговаривать. Тогда вы зачем встреваете? Закройте двери, перепаркуйте автомобиль. Я что, не имею права? Я что, не гражданин Российской Федерации? Подождите. Я не гражданин Российской Федерации. Вы нарушитель. Нарушитель. Я нарушитель. Вы сейчас нарушитель. Чем я нарушу? Чем я нарушу? Вот это что это? Что это? Вот это вот знак, и это дальше что? Что? 15, что? Смысл, дальше, дальше что? Что? Дальше вы что? Нарушитель. Выложите в интернете, что мы нарушили. Устраните нарушение. Вы еще будете привлечены к ответственности. Мы сюда встали. Мы сюда встали с мигалочкой. Вопросов нет. С мигалочкой? Да, с мигалкой. Это вам позволяет без мигалки здесь стоять? Только что отключили. Протокол и дальше все. Дальше. Значит, первое. Да. Ага. Представьтесь, федеральный закон о полиции. Вяткин Аркадий Викторович.
статья 5, пункт 5. Почему сразу этого не сделал? Как то гражданин к вам обратился... Вы ко мне обратились? А почему вы не представитесь? Послушай, нет, вы ко мне обращаетесь. Такой обязанности почему нет, вы ко а у вас мне... есть. Как? Вы ко мне обращаетесь? Да. Ну, представьтесь, так кто меня вы нет, такой? У меня нет кто вы такой? Вы представьтесь ко мне. Вы слышите? У вас, нет, вы ко мне. У вас вы... обязанность? Да вы обращаетесь. А у меня нет такой обязанности. Полиции. Вы представьтесь, у меня кто нет вы обращаетесь? Такой обязанности. Кто вы гражданин, неважно. Чего, скажите, гражданин, чего? Я гражданин Российской Федерации. Откуда я знаю? У меня а нет, вы представьтесь. Так у меня нет обязанности. Вы не заметили, у нас сигнализация работает в аварии. Что сигнализация? Сигнализация в аварии. И что это значит? Это что значит? Ничего это не значит. Ну что, вот именно, что это ничего не значит. Ничего не значит. Абсолютно ничего. Вы сломали. Вы имеете право отступать. А что в этом случае нужно делать? А что вы должны делать? Вы под дурака косите, скажите честно. А вы под дурака косите? Это вы под дурака. А вы под кого косите? Вы косите под дурака. А вы под кого косите? Вы под кого косите? Я здравый гражданин. А вы? Я здравый. А вас говорят, а вас весь город говорит, что вы не здравый. Да? Да. Ну и слава богу, отлично. И вы так думаете? Да. А я думаю, что вы не здравый и ненормальный человек. А вы не бросаете. А вы что, оскорбляете слова? Вам, а почему оскорбляете сотрудников? Не здравый, ненормальный, это не оскорбление. А как не оскорбляю? Почему ненормальный? Значит, у нас сотрудники, у нас за полицию, значит, принимают не здравых, ненормальных. Ну, бывает такое, представляете? Как бывает? Ну, раз нет. Вот я вижу. У нас мы медкомиссии проходим. Значит, плохо проходите. Нормально проходим. Плохо. Нормально смотрите, проходим. Скажите, ладно, следующий вопрос. Да. Имеет право отступать от правил дорожного движения, если же включена аварийная сигнализация? При блесковых маячках имеет только право. Только при блесковых маячках. Да, остановились. А аварийная сигнализация может, дает право? Аккумулятор сел, мигалочка не работает. Так на этот случай аварийный знак остановки. Да, мы только что остановились тут. Только что? Да. А вы вот догнали машину. Знаете, вот как враньем, брехней, больше никак назвать, час назад был зафиксирован в том же положении, а час назад в том мы же не месте. Тут остановиться. Так вы в том же час назад. А час назад. А почему никаких мер не предприняли? Так устранить транспортное средство. Аккумулятор поработает. Его можно чуть-чуть оттолкать. Чуть-чуть не поработает. Вот куда можно было? Чуть-чуть правильно? Поработает машина, зарядится аккумулятор и так поедем дальше. Так машина заводится? Нет, она мы не заглушили даже. А вы говорите, поработает. Ну аккумулятор садится от мигалок. Садится от мигалок? Да. Значит, мы погода делаем... жаркая, погода понятно. Жаркая. Вы делаете, как вам удобно. Вы любите переобуваться. Ничего не вы любители переобуваться. А значит, вы смотрите. Переодеваться любите. Когда вы не ерничаете, еще не раз говорю, не ерничаете. Вы ерничаете. Это вы ерничаете. Вы я вам по существу. Глупости вы сейчас морозите. Вам объяснили, вы почему вы морозите глупости, понимаете? Составляет административный протокол на водителя. Значит, смотрите. Смотрим. У вас в транспортное средство с нарушением да. стоит, верно? Да. Почему оно стоит с нарушением? Ну, вот на аварийную. Вы говорите, сломалось, да? Да, я объясню. Я говорю, это брехня. Значит, следующий момент. Брешут транспортное, собаки. Вот я про что и говорю, вы, понимаете? Вы я про что и относитесь? Говорю. Я не знаю, к кому вы относитесь. Я вам нет, просто... вы к этому относитесь? Я говорю, брешу. Новое слово, я говорю, брехня. Вы брешете. А вы говорите, кто говорите. Брешет. Я вам говорю. А-а-а. Соответственно, кто брешет? Ну, вы сами сказали. Значит, дальше. Я следующий. Сказал, что вы. Нет, нет. Да. Вы сказали про собак. А я вам, ну... Ну, вы поняли, да, о чем я говорю? И в чью сторону это было сказано? Все понятно. Значит. Устранить нужно правонарушение. Устраним. Когда будете устранять? Сейчас составить протокол и устранить. Я понял. Ответь назад. Человек, мне нравится. Знак, ответь назад. Если мне нравится, пусть вам вас отъедет, устраним. Надо человека устранить. Нет еще. Почему? Ну я еще не вижу, чтобы устранено было. 15 метров от знака. А влетка есть. Назад 15 и вперед 15, знаете, да? Да, влетка есть. Да я и так могу померить. Как? А как? Шагами. А у вас какой шаг? Сколько метров? Да не знаю. Примерно метр. Примерно, как примерно? Что вот так? Это же строго регламентировано, 15 метров. Да, да, у вас да, рулетка да, есть? Вот да, есть, ну, мы на глаз есть. Сейчас. А у меня на глаз тут. Так возьмите, у вас рулетка должна быть. У меня есть рулетка, ну, а у вас замерите. Есть рулетка? Есть правонарушение, скажите? Ну, сейчас нет. Вы сотрудник метров. Полиции, да. Должны пресечь правонарушение. Да, я пресек, вот ну, сказал ему отъехать. Сейчас вы хотите сказать, есть здесь 15 метров? Да, 15 метров есть от остановки, да. Ну, вруном вас больше никак не назвать. Вы называете это. Вы врун. За это вы понесете ответственность. А вашему экипажу будет пристальное внимание. Хорошо. С нашей стороны. Хорошо. Сейчас по этому поводу будет оставлена жалоба в телефон Главного управления МВД по горячей линии. Мы не против, вы жалуетесь. У вас работа такая, жаловаться. У вас работа нарушать. Не, у нас работа нарушение пресекать. Да нет, я же вижу, какая у вас работа. Вы нарушаете. Что? Вы даже не знаете, что оказывается нарушили. Вы даже не знаете, что 15 метров должно быть. Не знаю, почему. Я же не сказал, что 15 метров. Как ты, не знаю. Мне правила положено знать. Положено, но не исполняете. Исполняем. Ну, не вижу.
поменялось. Да? А что, стой, машина. Так у меня не одна. А что, стой, случилось? Ты... Сгорело. Блин, а что такое? Почему? Да кто-то спалил. О, а зачем? Да, не знаю. Блин, да. Я... Вы, наверное, рады. Мне это все равно. Да, все равно. Как... А что же вы так интересуетесь? Почему? Да я просто помню, другая машина. Значит, интересует, какая. Да у меня не одна, я еще раз говорю. Я поэтому и спросил. В следующий раз на другой приеду, скажете, а что стоит, а что стоит получилось? Да. Ну, всякое бывает в жизни. Ну, поэтому я и спрашиваю. Что, часто бывает? Любите вы ерничать? Да ничего мы не ерничаем. А честно скажу, взятки берете? Нет, не берем. Не берете, никогда нет, не брали? Нет, никогда не брали. Хотелось бы сказать, что вы врун, но у меня нет достоверной информации. Вы видите, вот это не надо говорить. Так нет. Я спрашиваю, я не утверждаю. Это две разные вещи. Ну да, 15 метров здесь явно нет. Это все демагогия. Скажите, знак аварийной остановки будете выставлять в связи с поломкой? Уезжай. Уже все починилось. Надо выше работать, я вижу, подзаряди. Вот мигалки сильные, аккумулятор заряжает. Мигалки сильно, понятно. Честно вам скажу, от души, я за вами буду теперь очень пристально наблюдать. Я за вами. Да, отлично. Я у меня все, у меня совесть чиста. И я, знаете, вам так скажу, почему-то у меня такое ощущение, что вы не чисты на руку. У меня что вы? Ну, пусть не будет так. Говорить, каждый имеет право не на свое мнение. Конечно, конечно. Вы же не поверите, и я вам не поверю. Так что, я думаю, время рассудит, и мы снимем интересные кадры. С моей стороны, никакой провокации. Меня взбесила ваша позиция, что вы начали опровергать нарушение. Я не опровергал нарушение. И от меня нарушение. Соответствующая реакция была. Я нарушение вы, не когда опровергал. Когда я подошел, первый вопрос я задал. Вы сейчас что-то нарушаете, вы сказали нет. Вы по поводу меня лично спросили. Я же патрульный автомобиль. Вы патрульный автомобиль. Патрульный автомобиль. Сейчас вы подождите. Вы сейчас начинаете переобуваться. Это называется... Переобуваться. Ну, это вот начинается так, вот так вот, представляете? Я так это называю. Мне выдали обувь. Да, это опять вы ерничаете. Я понял. Ладно, у вас по факту правонарушение есть, за это вы понесете ответственность. Удовлетворен буду, когда получу ответ, что вы привлечены к ответственности. Буду удовлетворен ответом. Буду. То есть это произойдет. Вот и все. Вы все до оформили новых. Водителя? Да. Все, до свидания. До свидания. До новых встреч. До новых, до новых. До новых встреч. Хорошо. Раскроем лица под масками, шапками, касками. Опишем все подробности правды красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным, с тонированным стеклом и перегаром непомерным. Не с той стороне, у нас есть номер горячей линии. Дорожный контроль на старших.